Всем добрый, прекрасный день. Сегодня 22 февраля 2024 года, и вы в нашем домашнем питомнике. Так, что у меня тут снова уборочка ежедневная. Вот так всегда убирается все, меняется все, моется. Да, кстати, доброжелатель Галина, посмотрите, я помыла панельки, вы мне уже несколько раз тыкали этим, я не знаю, где, конечно, вы увидели мою грязь, но такая бы грязь была бы у всех дома, у людей, да, ну ладно, не будем об этом, посмеялись, да, я помыла, не переживайте, я мою, если даже где-то пропустила, то, ну, думаю, что ничего страшного. Так, ну что, кстати, вот мои вот эти вазочки пока пристроила сюда, вообще они не сюда как бы должны быть по проекту моему, но как бы пока поставила вот сюда, чтобы они нигде не разбились, в общем, ну и в общем мой глаз видит, и я довольна. Так, ну что, вчера я немножечко потрудилась и сделала вот такое для моих собачек. И сделала вот такие стеллажи. Ну, на таких ножках 10 сантиметров. В принципе, такие ножки я делаю и своим диванчикам, которые продаются разные-разные. И по цвету, и по размерчику. Ну, для того, чтобы, если у вас есть робот-пылесос, он туда спокойно проходил, убирался и ехал дальше. Ну, вот такие вот стеллажики я сделала. Ну, вообще у нас тут пол теплый. Ну, скажем так, сейчас не очень погодка еще предполагает гулять подольше, сколько бы нам хотелось. Поэтому, ну, мы гуляем по возможности. Но дело в том, что у нас тепло, но такое и сыровато, и грязновато. В общем, конечно, гуляем, но потом нужно мне, да, приводить деток в порядок. Так, бэбичек, что ты там, мой сладкий, был? Где ты был? Вот, поэтому, чтобы им там забавляться здесь, чем-то заниматься, пусть вот и тут поспят, и там поспят, и тут поиграют, любят они побегать, поиграться, вот, поэтому, ну, вот так соорудила для того, чтобы и полегче мне было убираться, это, ну, кожзам, наверное, что-то такое, вот, раз, вот, протер, и все, потому что сейчас, вот, у нас прохладно, не прохладно, а мокровато на улице, прошел дождик, и какая-то такая сырость, вот они сейчас заскочат, и, ну, можно легко протереть, конечно же, лапки. Лежаночки, которые мягкие, пушистые, их, естественно, сразу нужно в стирочку, пока высохли, пока постирались, пока, а вот это вот им будет как раз в самый раз. Ну, вот так, немножко потрудилась, совсем не сложно. Ну, если погрызут, испортят, сделаем новое. Да что нам стоит дом построить? Вот, так что вот так. Пока все на улице, все гуляют на улице. Я здесь все поубиралась. Вот, и пойду уже тоже за ними наблюдать. Потому что уже увидела, что выкопали яму. Такие большие каблуки у них, грязи на лапах. Ну, ладно, думаю. Пускай уже погуляют, а потом я их буду мыть уже. Ну вот, вот такое ежедневное у нас уборочка. Стараюсь как-то, чтобы они, ну, чувствовали себя здесь комфортненько. Конечно же, лежаночки мягонькие я тоже положу. Ну, уже после того, как помоем всем лапки. Да-да, представьте себе, сейчас я буду мыть всем лапки, а потом протру снова пол, снова вот эти лежаночки, и уже, скажем так, тихий час у них будет. Вот так, да? А вы думали как? Бэбичек, а ну, давай попробуй, может ты... А ну, да, посмотри, что тут новенькое, обнюхаем. Красотулечка, мальчик, микро-микро малыш. Малыш, такой курносый, красивый мальчик в поиске мамочек-папочек. Вот такой сладкий, не захотел с ними гулять, что-то они там поспорили, поругались, да. Он пришел сюда маме помогать, да, мой зайчик? Чуть-чуть мой сладкий. Вот такой курносый, красивый мальчик. Да, уже тоже вон и в земле, и в грязи. А ничего, скажи, зато нагулялся, набегался, у нас солнышко, прекрасное настроение, да, мой золотой. Вот такой маленький мальчик, ровная спиночка, коротенькие лапочки, курносик, очень красивый малыш. Во, прибежала моя братва шумная.
Такой сладкий малыш Бэбик в поиске мамочек-папочек. Ну все, дорогие друзья, пошли мы дальше гулять.